Привет, друзья! Опубликованы первые кадры с появившимся в российской армии 125-миллиметровым танковым осколочно-фугасным снарядом 3ОФ-82 «Кильник». Ранее мы об этих снарядах рассказывали. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Снаряды произведены по контракту от 2021 года. Сейчас снаряд «Кильник» можно использовать с орудия 2А-82, установленного на российских танках Т-90М-РФ. Ожидается, что в скором времени снаряд адаптируют для последней модификации российских танков Т-80БВМ с орудием 2А46М и танка Т-72Б3 с орудием 2А46М501. Снаряд «Кильник» массой 23 кг и боевой частью весом 3 кг оснащен системой траекторного подрыва снаряда и временной установкой головного взрывателя. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.